На Иванова, и здесь моментально возврат шайбы на пятачок. И еще раз пытаются тюменцы тем же образом довести дело до броска. И получается это у 15-го номера. Счет... Витков на площадке. И тут же вступает в борьбу за шайбу. Бросок по воротам. 2-0 становится счет в Альметьевске. Рубин отрывает. Денис Давыдов. Благо, что сегодня Тимофей Давыдов, защитника мячей, играл за «Авангард». 2-0 счет становится. Бусаров увеличивает разницу на исходе. Митрофанов, Мережка. Бросок. Шайба не забрал вратарь. И Бусаров добивает шайбу в сетку. 3-1 хоккеисты Рубина. Контратака Рубина. Передача, подставление, и шайба влетает в ворота. Вот так вот, вот такие вот контратаки. Казалось бы, хоккеисты Рубина не с очень высокой. Зону игроки Сокола. Майоров чуть к шайбе не успел. И вот выход 2 в 1 уже у Рубина. Получается бросок по воротам. И это четвертый. Будет менее результативно, вот признаюсь просто. Ох, опасно. Тоже выбираются гости на ближнюю штангу. Здесь стойка и... Что тут? Куча малай все-таки, видите, без... Он появился на льду. Осипов заряжает. И добивание. Гол! И Бусаров 3-1. При этом 12 нападающих. Закрывает зону. Передача, бросок. Бусаров. Гол! И Бусаров 4-1. И бросить не дают. Сейчас только бросает Рубин. И гол! Вот-вот! Второй был у нас достаточно голевым, как вы можете судить. Потому что первый у нас закончился со счетом 1-1. Да, но это фантастика. Просто Рубин сравнивает уже на самом старте третьего периода. Вот это обратно в касание на Бердюкова. И гол! Бусаров 2-1. Как белка в колесе здесь на линии ворот. Сумел закрыть ближний угол. Бросок по воротам и забрасывает. Вы посмотрите, какая шайба. 2-2 ничья. И... Можно, да, можно в своей зоне делать пас рукой. Контратака Рубина. Может получиться опасный момент. Бросок и гол! И... Хоккеиста Химика. В составе гости. Продолжается атака. Гол! Завтра будет. Есть Егор Брызгалов, например. Бросок. Вторая шайба влетает в ворота Дениса Костина. Большинство Рубин реализовывает. Бусаров отличился. Оброс за ворота. Ждем овертайма, наверное. Бросок. Подставление. Какое чудо, а! Да, ну вы знаете, вот будут ругать меня. Перевод. Еще одна передача. Гол. Все-таки забросили тюменцы шайбу. 2-1 счет становится. И один. Будет действовать центр форвард второго. Звена Рубина. Не сильно быстро начинает. Бросает гол! И Георгий Бусаров забрасывает вторую шайбу. Рубин. Шайбу забросил Бусаров Георгий.